отпуск получился долгий, потому что мы в прошлом году не попали в плов. Уже охота приступить к работе. Но отпуск прошел плодотворно, поработал с тренером, покатался немного. А где проводили отпуск, если не секрет? Весь отпуск провел в Новосибирске, никуда не летал, не готовился. Ну и как вообще в тренировочном процессе, если говорить, как вот с тренером поработали, над чем конкретно, может быть, работали, что-то подтягивали, цифровые? Да, силовые. Работали больше над ногами, потому что все равно нас больше ноги кормят, но на льду немного руками. Поэтому делали больше скоростных упражнений, но и силу не забывали. Удалось ли уже с тренером как-то пообщаться о роли в команде, обсудить план на этот сезон, какой-то, может, диалог уже был? Первый диалог просто перед подписанием контракта был, да, и он обозначил роли. Это меньшинство, больше меньшинства и силовая игра от меня, скоростная силовая игра. Вот этого сезона что конкретно вы от себя лично ждете, и если говорить о командах, успех? Команда, конечно, я думаю, это одна цель. Дойти до финала и побороться за кубок. Не только побороться и выиграть его. А от себя, ну, конечно, прогресса по сравнению с прошлыми сезонами, которые были не совсем удачные. Поэтому, надеюсь, все будет отлично.